Всем привет! Сегодня в видео покажу немножко цветочков. Ну, виновник этого видео – цимбидиум. Это мой второй процвевший в этом году цимбидиум. Он крупноцветковый. Сейчас я повернусь, чтобы солнышко падало на него. Как раз солнышко вышло. Покажу вам. Вот такой красавчик. Цветы крупные, он не ароматный. Ну, губа у него, конечно, шикарная. Очень красивый. Я его с покупки так и не пересадила. Прошло уже третий год он у меня. Сейчас покажу. Вот в таком горшке покупном. Но цветение мое каждый год цветет. Без проблем. Каждый год одной, правда, цветочной стрелкой, но в этом году цветочков больше. И крупные цветочки. Вот такой красавчик. Вот этот товарищ, ну, очень мне нравится. Это панда. У него крупные цветы, 11 сантиметров. Против солнца, ну совсем печалька. Вот такие. Вот еще один у меня крупноцветковый дяденька. Эти товарищи таки продолжают цвести. Распустились уже все бутончики. Опа. Вот такие красавицы. Вот анаконда на гигантею гибрид продолжает распускаться. Все у него какие-то там приколы на лепестках, что-то ему там то там что-то отличится, то тут какие-то шипы сделает. И расцвел у меня дендробиум пирарди. Вот. Очень красивый дендробиум, но я не могу его расколоть на много цветов. Я его в следующем году, вернее в этом, к осени, наверное, вообще ему перекрою воду. Будет он у меня с сухой зимовкой в прохладе. Посмотрим, что тогда получится. Он пока не пахнет, но должен пахнуть. Вот такой там красивая он полосочки на губе. Сейчас увеличу. Волосатенький такой красавчик. Вообще дендробиумы не очень люблю, но сейчас такие появляются вообще сумасшедшие просто товарищи. Растет он у меня на блоке. Опускал кучу ростов. Будем откармливать. Ну, на блоке я его иногда забываю, конечно, поливать. Надо бы почаще, то, возможно, я блок посажу в горшок, присыплю сверху корой, и будет так. Вот еще один. Голландский красавчик, пятнистый. И расцвела у меня... Вернее, начинает расцветать шоколадка. Еще не пахнет. Ну, жду. Вот один цветонос. И с этой стороны второй цветонос. Подвязать их у меня как-то не получилось. Что-то они в такую раскоряку в этом году. Но все равно не жадина. Вот такие красотулечки. Всем спасибо, что посмотрели. Пока-пока.